Мне там же подходил, короче, мы сдержались и по требованию Алины пошли в поход. Очень сильно хотела Алина в поход. А мы, кстати, ни разу в походе и не были, сколько мы вместе жили в Ташкенте. Вот. И пошли мы по тому же самому маршруту. Вот, вершина Малого Чимгана. Мы живем где-то вон там. Сейчас на эту тропу пришли. И идем мы вот сюда. Перевал Песочный. Вот. И там дальше будет березовая роща. Мы по этому маршруту ходили уже в 2019 году с Максимом. Так, бегом-бегом налегке. Вот, часа за 3 что ли пробежали. В этот раз мы решили вообще на расслабоне идти. Ну, заложили на это часа 4-5. Вот. Грозди дикой алычи. Тут желтая, пожалуйста. Тут красная алыча. Уже зрелая, уже осыпается. Вот. Под ногами чабрец в неограниченном количестве. Чабрец, чабрец, чабрец. Тут раз уже и черная алыча. Нет, там была прям красная, а это прям черная. Я попробую ее. Мам. Бумагу-то это не брали. Яблони дикие осыпаются. Мам, давай я яблоко сейчас издеваешься. Алина пытается все сожрать. Вот на самом деле такие запахи сладкие. И яблоки, и чабрец очень сильно пахнет. Запахи потрясающие тут. Ничего не слышно, что я говорю. И спускаемся сейчас туда. Спускаемся по Песочному перевалу спокойно. Очень неприятный спуск, потому что вот он весь в каком-то таком песке. Максим, сюда шагай, сюда шагай. Вот. Ну, сейчас немножко нам по этому песочку спуститься, потом вообще тропа будет лайтовая. Не базируем, спускаемся. Тоже начались березки первые, это березовая роща. Закончили мы спуск по Песочному. Спуску сейчас пойдет такая уже глиняная тропа, она такая уже не сыпучая.
Смотрите, какая здесь красота. Телефон не покажет все-таки этого. Какое-то все величественное, какое-то все мощное. Какая тут энергетика потрясающая. Знаешь, я вот прям признаться не знаю. Привет, скажите. Добрый день. Дядя Сережа, привет. Hello. Замечательная попа. Не знаю, как попа, а жопа класс. Так, спускаемся уже по нормальной тропе. Где-то вон там перевал был. Тут началась березовая роща. Березки, березки. Сейчас тоже, пойдем обниматься. Соскучились по березкам-то мы, россияне. Так, идем мы по березовой роще. Уже спускаемся к стоянке. Вот тут был сай. Вода текла сверху. Он высох, и теперь на этом месте растет конопля. Вон еще много конопли. Да, у Алины в Дубае есть ткацкий станок, она хотела ткать себе ткань из конопли, потом сшить рубашку, подвязаться бечевкой и пойти целовать березки. Очень жалко, что высох сай. Здесь был очень красивый водопад. Вот отсюда вода падала. Сейчас тут маленький ручеек есть, он журчит даже. Ну, воды очень-очень мало. Нам бродник бы еще найти какой-нибудь. Будем искать. Вот только воды. Ну вот мы и дошли до нашей точки, от которой потом обратно пойдем. Сейчас сходим вон туда, там должен быть сай. Может, там воду наберем. Потому что этот сай высох, здесь воды вообще нету. Ну вот тут вот мы в начале 2000-х ставили палатки. Вон там палатки стояли у нас. Где-то вон там еще палатки стояли. Очаг. Вот не думал, что я еще второй раз вернусь сюда. Вот она, тропа. Так, дядя ведет нас. Боже, вот это горы. Вау, просто бомбический вид. Я не чувствую, что надо подойти. Если давай не. Я думал, один вот здесь, это он заводил. Где он может заводить?
привал, пикник на камушках на берегу Сая. Это Гулькамское ущелье. Мы туда тоже ходили, когда были молодыми. У нас там пикник зачетный. Кайф. Дикий кайф. Все сходили, намочили ноги. Охладились. Лопаем. Прям кайфуем, кайфуем. Начали завершать наш поход. Начал предстоит подъем. Перепад высоты 288 метров на протяжении 1 километра 200 метров. Ну а потом с горки уже легче будет. Вы меня хоть убейте, я не могу вспомнить, как мы тут ходили с рюкзаками по 30, по 40 килограмм. У меня сейчас рюкзак всего лишь 4,5 килограмма, 3 баклажки воды. И это очень тяжело. Это, наверное, старость. Вот. Но у меня была классная молодость. Вот подошла к концу наша третья часть маршрута. Прошли 3/4. Чумган. А это Гулькамское ущелье, куда мы спускались. Ну вот, последний взгляд на Гулькам, на Гулькамское ущелье, на Гулькам Сай. Наверное, я с тобой никогда не приеду уже. Ну все, пошли на спуск. Сейчас нам вот сюда вот на дорогу надо выйти. До нашего дома показывает 3,9 километров. С горки, в принципе, легко и просто дойдем.
Ну, короче, завершаем мы наш поход. Вот этот перевал песочный. И идем домой. Ну, покажу вам, какие тут гостиницы строятся. Вот этого всего не было 3 года назад. Строят все очень и очень быстро. Очень большие гостиницы. Но тут жилье, чтобы снять, очень больших денег стоит. Вот то, что мы сейчас снимаем жилье, стоит 2 миллиона сумов на 3 дня. Вот, это надо поделить на 161. Получится стоимость в рублях. Это жилье будет стоить намного дороже.